вызывает удивление и сожаление. Информация Министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону о том, что в результате якобы стрельбы со стороны подразделений азербайджанской армии 17 сентября в направлении Шуши были ранены двое армянских вооруженных лиц. Как сообщает Ахар Ас, об этом сказал глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов. Отмечается, что инцидент, о котором идет речь, был расследован при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации. В результате было подтверждено, что в указанное время и в указанном направлении наши подразделения стрельбу не вели. Неясно, как информация, проверенная при участии обеих сторон, впоследствии была представлена в совершенно иной форме. Азербайджанская сторона, строго соблюдая положение трехстороннего заявления в соответствии с законодательством нашей страны, продолжает усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций, говорится в комментарии.